Я могу сказать, возвращаясь к Борису Борисовичу, я спрашивал, говорю, как эффект, там, на кругах, по-моему, он выкладывали первый альбом, который заплати сколько хочешь. Говорит, за год $200. Хороший вопрос. То есть нет, ну... Шансов нет. Ну, наша, не, наша халява... Бизнес это точно не рассматривается. На данный момент самый верный способ хоть как-то, так скажем, купить затраты. Найти нефть, поставить вышку. Ну, это идеальный способ. Идеальный. А в нашем положении это на концертах продавать свои компакт-диски для тех, кому они нужны, вот, как некие... артефакт того, что ты был на концерте. То есть это,